Ну, возвращаемся мы в столицу. В центре Москвы обнаружили тело 53-летней актрисы Ирины Ефремовой. Ее муж не смог попасть в квартиру в доме на Зоологической улице. Он вызвал полицию, спасателей и медиков. Вот когда сотрудники служб вместе с ее супругом попали в помещение, Ефремова была уже мертва. По предварительной информации, героиня сериала «Две судьбы» скончалась от острой сердечной недостаточности. Так это или нет, покажет экспертиза.